Привет всем, дорогие друзья, подписчики, зрители. Сегодня в этом видео я покажу вам, как можно отправить имейл и вставить в него фотографию либо видео. Показывать я буду вам с помощью вот такой замечательной палочки стилуса. У меня сейчас в руках iPhone 5 на 16 гигабайт и здесь стоит прошивка 10TT. Итак, очень многие меня спрашивали, как можно вставить в имейл фотографию либо видео, потому что многие пользователи iPhone не понимают и сталкиваются с такой проблемой, что каким образом это работает, потому что кнопки, добавляющие фото или видео, нет абсолютно. Теперь сейчас я вам покажу, как это работает. Для начала давайте мы сейчас сделаем фотографию. Ну давайте вот я сфотографирую стилус, например, и запишем небольшое видео. Вот такой замечательный у меня стилус. 5 секунд достаточно будет. Все, закрываем это дело. Теперь заходим в почту. Приложение почта. Убедитесь, что ваше приложение почта настроено, как в моем случае, и вы подсоединены к сети интернет. Так же, как в моем случае. Теперь мы нажимаем вот сюда. Создать сообщение. Выбираем отправителя. Например, я отправлю самому себе. Имейл у меня уже был скопирован. Вставляю. Тема. Вложение файлов. Отлично. И здесь пишем просто тест. К примеру. Пробил. И настает самый ответственный момент. Каким образом добавить фотографии или видео? Смотрите, ребят, здесь нет никакой кнопки. Мы держим, удерживаем либо пальцем, либо стилусом вот здесь, либо в другом месте. Что мы увидим? Появляется меню «Выбрать», «Выбрать все», «Вставить». Где же эта кнопка заветная, которая вставляет файлы? А она-то у нас вот здесь спрятана. Вот она. Влево просто нужно провести «Вставить фото или видео». Также можно вставить цитату или добавить просто вложение. Вложение может быть как документы, PDF-файлы, Word, Excel файлы, PowerPoint и тому подобное. Ну, в нашем случае давайте мы добавим видео и фото. Пожалуйста. Вот у нас моменты, фотопленка. Добавляем фотографию и также добавляем видео. Нажимаем здесь, проводим влево. И вот у нас получилось 6 секунд видео. Давайте просмотрим его. Все, видео работает замечательно. Выбираем его. Сжимается видео, как вы видите. И у нас появилась фотография и видео. Также подпись отправлена с iPhone. Все. Наш email готов к отправке. Нажимаем «Отправить». Здесь мы можем выбрать фактический размер фотографий. Большой, средний или малый. Я оставляю фактический. Все. Наш email отправился. И как видите, все сработало. Проверяем наш email. Пожалуйста, фотография и видеофайл, который можно открыть. Вот такой замечательный стилус. Все, вот так это работает. Надеюсь, видео помогло. Всем спасибо за внимание и всем пока!